сказал, пойди. Я никому никуда не пойду. У меня с полицией вообще плохие отношения. Здесь в России тоже. Нет, хватит уже рассказывать историю. Ты говоришь, что раз он говорит, по-нормальному пойдешь, ты дело раздало. Так нет, так я его не вижу. Понимаешь? Вот я. Показали ей. Я ее обрабатываю. Показали адрес, куда везут. Пришел туда. Мы тебе объяснили, не мы тебе объяснили, понимаешь? Мы не обманули. Я тебе не отдал, у него вон тебя сотрудники по газу, я обещаю, как ты это сделаешь. Так, между стали между Россией и Белоруссией, понимаешь, вот и все. Алло, ну что, вы скоро там приедете, а то тут уже опять, уже тележку привезли. Ну да, она требует, а что от этого происходит? Инвалидную коляску приволокли, сейчас ее садят в эту тележку. Да. Ты не хочешь жить с нами, да, какой-то диалог? Почему мы должны сидеть на услуге? Хорошо. Мы тоже на тебя не работаем, понимаешь? На тебя не на вас. Нет, так она ждет вас на полу. Ну что, она ждет вас на полу. Да, вот выполнить свои обязанности. Так у тебя есть обязанность соблюдать законодательство страны, в которой ты находишься? Я ничего не нарушал. Ну, адвокат. Поехали. Настя. Куда идти? Мы тебя покатаем, мы тебя не получим, мы тебя покатаем. Сопротивляйся как можешь, надоело уже. Нет, это понятно. Оно и так в любом случае плохо закончится. Объясни, почему сын? Давай дождемся адвоката, и все будет хорошо. Почему адвоката? Он на адрес приедет. Она... Он с нами в итоге, адвокат все равно с вами не поедет. Так он не поедет. Он просто вот, он объяснит ей, что он... Сюда его не пустят, понимаешь? Да не надо, мы выйдем с вами через черный с нами не выйдешь. Ну, выйдут, не выйдут. Давай вот так. Настя, держись вон за тот турник. Вон туда, я же. Я найду за что, не верь. Они туда не выйдут, Настя. Нельзя, ребят, ну вы что? Ну как нельзя? Ну что? Не-не-не, ну вы что? Тихо, оторвешь! Не-не-не-не-не-не. Ой, слышишь, все нормально. О, хорошо, отлично. Хорошо. Все нормально, пойди, они, я слышу. Ну, в общем, они уволокли ее все-таки силой. Да. Ну, я, короче, снял на видео, у меня я могу предоставить. Ну, где вы? Где вы? Садимся и едем по адресу, поедем, который они указали. Они просто ее пытаются сделать так, чтобы она не дала интервью журналистам. Ну, всеми возможными способами.